Ну, собственно, прошло 3 месяца, как у нас в квартире завелся личный демон. И вот что я вам скажу. То, что мы ездили в такие ебуня, чтобы его взять, мы ни секунды не пожалели. Расскажу, как прошло это время. Две священные и вечные темы – еда и сортир. Такого корма, каким кормил его заводчик, мы не нашли. Посему, посмотрев рекомендации владельцев французских бульдогов, пипец как спасает интернет, мы купили на пробу рекомендованный корм. Все получилось замечательно. Корм залетает на ура, и никаких аллергий, свойственных этой породе, не наблюдается. Аппетит у него шикарный. Ест все, что не приколочено к полу. В любое время дня и ночи, в любую погоду, в любой ориентации тела относительно поверхности земли. Но, как говорится, есть один момент. Корм хороший, из говядины. Да, аллергии нет, но иногда демон дает такого дрозда, что хоть в противогаз запрыгивай. Оправдывая свое родовое имя, стремится приоткрыть врата ада, наверное. В общем, ветеринар сказал, что, видать, говядина не очень подходит, поищите кенгуру. Но оно подходит всем. Мы долго отлавливали кенгуру по магазинам, но лучшей ягненка не нашли. Да, газовые атаки не прекратились, но они стали гораздо реже. Касаемо остального, как я уже говорил, ест все на свете. Огурцы, виноград, яблоки, хрен со свеклой, активированный уголь. Ух, короче, наверное, повезло, что демон относится к пищевому типу собак. То есть тренировать его гораздо легче, хотя и накладнее. По поводу туалета тоже проблем не возникло. Несмотря на то, что щенок жил в вольере, он за счет своей смышленности за неделю приучился к пеленкам. А так как я все пытаюсь оптимизировать, да им доела эта возня с их перекладкой, перед уборкой роботом-пылесосом, то поиски в интернете принесли нам лоток для собак с искусственной травой. Так и пеленки покупать не нужно, и малыш быстрее к ощущениям травы привыкнет. Приучался к горшку взамен пеленок около недели где-то. Как только привык, выставили горшок на балкон, и он стал бегать туда. Благо была жара, и дверь на балкон постоянно приоткрыта. А потом прививки и карантины кончились, и мы пошли на прогулку. Так как он привык к травке, он быстро сообразил, что может делать свои дела на улице. Лучше ведь, птички поют, ветерок пупа обдувает, красотища. Вот и начались квесты по поиску любимых туалетных мест в парке. Естественно, квест был успешно выполнен, и, подходя к заветным местам, нужно было ловко приготовить пакет для биоматериалов. А по сегодняшней ситуации стало вообще красиво. К своим 4 месяцам он уяснил график прогулок и еды, а это у нас происходит 3 раза в день, и терпит до прогулки. При выходе из дома быстро делает свои дела, а далее мы просто гуляем. Свое удовольствие. Прогулки сначала были настоящим сражением с тем, чтобы оторвать его нос от земли, и он перестал пылесосить. Гуляли в шлейке и поводком рулеткой, постоянно пристегнутым. Так как демону было интересно абсолютно все вокруг, то я научился ловко перешагивать через поводок, которым он пытался меня стреножить. Хуже, но забавнее было, когда мы гуляли втроем. Маленький негодник пытался стреножить и меня, и Ольгу. А двое бы взрослых людей играли в скакалочку. Но после того, как ареал обитания был изучен, Димон стал вести себя спокойнее. Приучился ходить с одной стороны и догонять на правильную сторону. Наряду с этим были освоены основные команды. Сидеть, стоять, лежать, стой, ко мне. После этого шлейка была заменена на красивый шипастый ошейник, а рулетка на поводок. Димон приучился определять длину поводка и четко понимал, когда нужно идти рядом, а когда можно было скакать на полную длину. Тут я пошел на эксперимент, отстегнул Димона от поводка. Эксперимент удался, и теперь мы гуляем с поводком в кармане. Песик четко знает слово «нет», «нельзя» и «фу», и оставляет свои намерения подбежать к другой собаке, птицам или залезть в мишку для голубей. Гулять стало сплошным удовольствием.
неспешно идешь по парку, а пёсель носится по полянкам в относительной близи. Как что не то, ну, ко мне и все. Дунул свисток, и вот он уже несется за конфеткой, бросив все на свете. Ну, а если нужно, подзываем пёселя и сажаем на поводок. Он спокойно идет рядом, ни на что не отвлекаясь. Еще пёсель обожает кататься со мной на колесе. Для этого был приобретен специальный рюкзак. Как только понимает, что мы куда-то собираемся, и я беру этот рюкзак в руки, начинаются радостные танцы с притоптыванием и прыжками. И вот он висит у меня спереди и внимательно изучает окружающее во время движения. В квартире ведет себя замечательно. Или сидит на диване, или возится своими игрушками. Единственное, что он демонтировал, это плинтус около входной двери. Несмотря на мои попытки ее починить и поставить все на место, он привозил его в требуемое ему состояние. А оставили пока так, ведь в других местах он ни плинтуса, ни мебель, ни провода, ни тапки он не трогает. Ну, надо ему, чтобы не был там плинтус, ну, пусть его не будет, ведь пёсель тоже полноправный житель квартиры. Этому жителю уже почти 5 месяцев, весит он около 8 кило, что весьма ощутимо, когда мы катаемся на колесе. Поменял практически все молочные зубки на постоянные, и все с ним отлично. Бесится, носится и радуется жизни. И радует нас своим присутствием в нашей. Для него было довольно много собак. И дворняжки, и дог, и ньюфаундленд, и кокер-спаниель, и резеншнауцер. И во время службы был питомник со сторожевыми собаками. А вот французика не было никогда. И вот что я скажу. Или нам так повезло, или это присуще этой породе. Но умнее, хитрее, послушнее собаки я за свои годы не видел. Короче, этот бульдожка – настоящая любовь на всю жизнь.
Первая прогулка с личинкой. Возьми этот. Не-не-не, в руки не надо. Просто не пускай, не допускай. Дема. Пойдем, пойдем, рядом, рядом. Ты его подтягивай на правильную сторону. Стоять. Молодец. Стоять. 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 Молодец. Иди вот сюда, на место. Иди на место. Иди на место сюда. Иди на место сюда. Сюда вот иди. Сидеть. Молодец. Сидеть. Ну-ка, назад. Сидеть. 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 Молодец. Стоять. Молодец. Иди на место сюда.
Тёма, что ты делаешь там? По-моему, нам нравится. Идем, малыш. Пописил. Идем за конфеткой. Идем за конфеткой. В горшочек пописил. Идем. Такая умная собачка. Такая умная. Все, хватит. Вот. Иди, лови мячик. Все. Пописал, молодец, вообще. Где мячик идет? Где мячик у собачки?
Думал ждать. Можно? Молодец. Иди ко мне, Дёма. Иди сюда. Тренироваться буду. Лежать? Молодец. Сидеть? Молодец. Подальше. Стоять? Молодец. Лапу. Молодец. Все. Иди гуляй. Плюшевая игрушка, которая сама за тобой ходит постоянно под рукой. Оторвал у кого-то ухо, и вроде на месте. Димон, ты где взял ухо?
Неси. Молодец. Молодец, собачка. Неси. Сидеть. Дема, сидеть. We'll be right back.
Дема, ко мне. Ай, молодец, песик. Ай, песик, молодец. Иди сюда, иди ко мне. Ко мне, ко мне. Дема, машина. Пойдем. 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 Отчет выполнил. Спасибо за внимание. Всем пока.